Сразу по сценарию было видно, что это все будет очень масштабно. И зная Клима, зная его подход к работе, то есть у меня было такое радостное предвкушение, когда меня утвердили. Катя – типичная представительница золотой молодежи, дочка депутата, которая позволяет себе, в принципе, все, что она хочет. То есть она понимает, что ее мама всегда вытащит из любой передряги. Но если копнуть глубже, то можно понять, что ее это поведение, оно идет из детства. Это такой ее своеобразный протест тому, что у нее не было папы, и тому, что когда она нуждалась в своей маме, мама выбирала работу. Я лечу джетом за 15 евро. У меня все в порядке. А у тебя? Пока думаешь, сгоняй меня за просекко. Ой. Ну неси новое. Не последнее же. Она просто видит перед собой людей, которые, к которым она привязалась, и она понимает, что она может их спасти от смерти, что она в какой-то мере начинает чувствовать свою ответственность перед ними, она желает им добра. У меня возник вопрос по поводу моего социального статуса. Вчера я познакомилась с парнем, а сегодня я к нему уже переехала домой. А мы тут меня к чему намываем? Катя просто меняется от любви к ближним, к Грише в том числе, но это не совсем, ее меняет не совсем только любовь женщины к мужчине, ее меняет просто любовь к окружающим людям.